Здравствуйте, это прогноз погоды. В студии Сташицкая Кристина. Информация предоставлена центром ФОБОС. На этой ноте я с вами прощаюсь. Почему я прощаюсь уже? Я вроде только начала. Предстоящие сутки на юге Тюменской области будет хозяйничать циклон. Поэтому погода будет пасмурной. Ошибочка вышла. Я просто волнуюсь. В дневные воздух прогреется до 8 градусов. Как был пирог? Это самый тупой пирог на голове. Вот это. В Тюмени. Ненасытно. Ненасытно. Временами будет идти снег. В студии девушка, королева пирогов, Кристина Сташицкая. Всем спасибо. До свидания. Будет дуть северно-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Ого, круто вообще сейчас. Вот это самое четкое освещение было. Синоптики обещают небольшую метель. В Заводоуковске. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Yeah.